Всем-всем большой привет! Хочу показать свой заказ компании Faberlic по 13 каталогу. Новинка. Это средство для мытья посуды. Очень я его, если честно, ждала, так как я очень люблю мыло кухонное с ароматом яблочка. Поэтому очень большие надежды питала на это средство для мытья посуды, тоже с ароматом яблочка. Пахнет действительно яблочком, желтым яблоком. Такой вот сладкий, приятный яблочный аромат. По цвету, как я поняла, оно уже такое зеленоватое. Вот видно даже. Если малина розовая, то это вот зеленоватое. А вторая причина, почему очень сильно ждала, у меня средство с малиной закончилось. Уже бутылочка стоит перевернутая, и там буквально последние капельки. Поэтому сейчас я его сразу поставлю в действие и буду пользоваться с огромным удовольствием. Следующий у меня был в заказе гель для душа. Это две новинки. В прошлый раз у меня подруга заказывала первые три аромата, и сейчас она взяла последние два. Первый аромат – это природная энергия, тонизирующий. Аромат грейпфрутовый сок и молочные протеины. На мой вкус очень вкусно. Почему? Я очень люблю цитрусы. Уже все это знают и в парфюмах, и в уходе. Грейпфрут, он горчит. Вот это вот самая настоящая горечь грейпфрута. Но мне она нравится. Поэтому вот этому аромату я очень-очень рада. Ну, это подруги. Я себе тоже такой заказывала, поэтому я и говорю. А второй — клубничный сок, молочные протеины. Очень приятный аромат. Знаете, пахнет скорее, ну, на мой вкус, вроде как больше земляникой даже. А землянику я очень люблю. Простите. Третий ролик снимаю, поэтому уже немножечко подхрипываю. В прошлых трех ароматах мне понравилась мята. Освежающая была мята. Мята была такая, знаете, как у жвачек Дирол и Орбит, мятная оболочка. Поэтому я себе взяла точно такой же с мятой. То есть у подруги потестировала, а себе взяла. Так что не смогла устоять, понравился. Давайте как-нибудь мы их сейчас уместим. Ну и, как я сказала, грейпфрут я взяла и себе. Хотя у меня гелей для душа сейчас много, я себя сдерживаю, мало покупаю, но не удержалась. Я подумала, что в принципе срок годности позволяет, и за зиму-то молочные, кремовые гели уйдут достаточно быстро. Еще один гель для душа, недавняя новинка, это уже заказала себе моя подруга, Дикая Африка, Кивано или Кивано, но тут на О окончании, я не знаю, что это за фрукт, если честно, вот он тут изображен, и амарилис, цветы. Приятный такой аромат, больше на мой вкус как бы цветочный. Ну, не вау, но приятный. Кто-то даже называет его парфюмерным, что похож. Приятное оформление, вот особенно со свечкой, как отражается свет свечи, и так красиво смотрится. Понравился, неплохой. Мама у меня себе заказала, еще такие вещи не пробовали. Активный шампунь против выпадения волос. Она стала страдать этим, почему-то волосы решили, что надо покинуть ее голову. Поэтому решили мы вот такой шампунь против выпадения. Укрепляет волосы и сокращает выпадение. Шампунь прозрачный. Я уже тут открутила, посмотрела. Вот. Видно, вот такой прозрачный, чуть-чуть желтоватый. А маска, она еще пока зафольгирована. И, ну, не зафольгирована, а вот с такой защитной заглушкой, ее нужно отрывать. В маске 100 мл, а в шампуне 150. Если артикулы интересны, то 83,48, 83,49. В общем, вот так вот. Маска идет разогревающая против выпадения.
То есть шампунь активный против выпадения, маска разогревающая. Не знаю, кто-нибудь уже брал, попробовал, если, ну, напишите. Естественно, что очень быстро результата не будет, но если, например, выпадение волос будет остановлено, то это уже хорошо. И последнее, что мы заказали вместе с моей подружкой. Это средство шло вот в такой коробочке. Называется органайзер для косметики. Так, это подругин. Я вам могу показать, как он там внутри. Вот я ее еще не открывала коробочку, а свой тоже я распаковала. Сейчас я вам так открою и покажу, как он упаковывается хотя бы. Это мне понравилось просто. Смотрите, и пупырку. Если пупырку снимаете, еще и пакет такой шлестящий. Вот. То есть упаковка очень хорошая. Ну и сейчас покажу сам органайзер. Так, этот мы поставим вот сюда. И сам органайзер выглядит вот так. Ну вот моя коробочка тоже, я ее сюда. Вот так. И вот так выглядит сам органайзер. Так, что-то тут все падает. Внутри вот столько отделений. Отделения разные, видно, тут прям в форме цветочка. Тут два таких вот одинаковых. Три квадратных, одно в серединке побольше. Тут два таких. И вот здесь вот одно. Так он интересный. Тут подставка идет на ножки. Глубина туда уходит. Вон, на ноготь почти глубина, вот на палец. Вот здесь написано Faberlic. Я не знаю, видно или нет, но написано. Вы знаете, мне очень хотелось такой, потому что у меня есть акриловый органайзер. Он такой длинный. Мне на обзор присылали, и с огромным удовольствием я им пользуюсь. И хотелось мне отдельно иметь, чтобы туда тушь. Ну, сейчас вот, знаете, я тут набрала всего. И мы сейчас попробуем разные предметы в него поставить. И посмотрим, как будет. Вот в самую середку от Avon Super Shock тушь попадает хорошо. Взяла я вот такие вот ароматики попробовать, как будут вставать. Вот такая помада, например, ни в одно отделение она у меня не смогла забраться. То есть вообще ни в одно. А стандартные помады, вот кругленькие, они вот тоже не во все плотные. Вот здесь вот совсем легко вошла. Так, вот такие помадки узенькие уже. Вот она вошла вот сюда, а вот в эти цветочки уже не входит. Вот в этот вошла. Так, ну давайте. А с другой стороны он широкий, но в нем проблема в том, что вот, например, вот эта помада, она встает, а если что-то подлиньше, то оно, видите, уже как-то вот заваливается. Получается сюда вот что-то такое небольшое. Ну, может быть, вот нет, а вот это не лезет помада, видите? То есть все так интересно, ну, надо проверять, смотреть. Ну и давайте попробуем. Вот я карандашиков набрала. Это уже вот в этот цветочек можно карандашики поставить. Так, что я тут еще взяла? Я много чего взяла. Мне просто интересно это все набить, попробовать. Вот для кистей можно вот такое отделение. Вот. Даже три кисти легко вошли, еще бы вошло. Но я не взяла. И вот можно вот в это отделение тоже карандашей прям несколько наложить. Вот смотрите, сколько. Вот. То есть такое отделение сразу несколько лезет. Так, как вам показать? Ну, в целом, вот смотрите, как много я всего положила. И еще есть места. То есть вот цветочек у меня остался еще. Можно карандаши, кисти. Вот. Под туши есть место, и ароматы уместились. В общем, органайзер мне понравился очень. Много что в него умещается.
Цена органайзера была 399 рублей по каталогу, а мне как представителю 320 получилось. Но единственное, что у представителей еще там за доставку процентов 5, и он как бы чуть-чуть подороже выходит в целом. Общая скидка-то не 20 получается процентов, а 15 за весь заказ, потому что платишь еще за доставку. Также вот пришли вот такие скидочные купончики. У меня они, я активировала, так, самое выгодное это было, ну вот один 50% для ванны и душа, один для средств по уходу за кожей 55%, вот еще 55% уход за кожей, 45% уход за кожей, вот декоративка 55%, 45 на волосы. Вот. Так что с подружкой мы поделим эти бонусы, потому что тут заказ подружкин, мой и моей мамы. Ну вот получается, посмотрим, кто чего захочет со следующего каталога и как бы поделим эти бонусы, чтобы было всем не обидно. Вот такой вот у меня был заказ, ну, по-моему, интересный, потому что я очень ждала, если честно, вот этот органайзер, ждала гели для душа, мне хотелось их потестировать, попробовать, и очень хотела вот это средство для мытья посуды с яблочком. Посуду моешь долго, поэтому получается, ну как долго, все равно дольше, чем моешь руки, и поэтому удовольствие при аромате, вдыхании аромата яблока будешь получать дольше. Я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, мой обзор был интересен. Всем до новых встреч и всем пока!